Загоревшие, отдохнувшие, наполненные эмоциями и позитивом, а еще таки радостные от долгожданной встречи. Актеры, постановщики, монтировщики, художники, костюмеры, осветители, администраторы и билетеры. Сбор труппы перед началом сезона – традиция, которая настраивает на рабочий лад. Все? Все с друг с другом поздоровались? Дорогие друзья, здравствуйте! Новый сезон в Мытищинском театре обещает быть интересным. Во-первых, он будет юбилейный, 30-й. Во-вторых, и юных, и взрослых зрителей ждет много премьер. Во-первых, мы открываем сезон 28-го, 29-го и 30-го сентября премьерой спектакля, который называется «Жена. Инструкция по применению». Это по пьесе «Помнишь меня» Сэма Бобрика. Забавная такая, очень смешная комедия. Надеюсь, что она придется по душе зрителям. Буквально вслед за ней выйдет еще одна премьера. Это по пьесе Нила Саймона «Брак по-американски». «Брак по-американски», а будет называться «Помолвки». Этот спектакль будет называться «Помолвки». Вот, тоже это комедия, это на камерной сцене. А еще в октябре зрители увидят «Варшавскую мелодию», которой закрыли предыдущий сезон. Сюрпризы ждут любителей театрального искусства и в ноябре. Впервые для репертуарного спектакля будет задействован литературно-музыкальный салон на 4-м этаже театра. У нас есть так называемый литературно-музыкальный салон. И мы там различные виды творческого искусства применяли, но вот как таковых спектаклей мы там не играли. И вот сейчас мы хотим, собственно говоря, начать освоение этой площадки, такой, ну что ли, андеграундная площадка, хотя она не под землей, а наоборот, как раз на самом верху нашего театра находится. Мы готовим премьеру спектакля «Прохиндеи». Всего до конца 2017-го фестовцы планируют представить зрителям 5 премьер. Две из них станут подарком к Новому году маленьким зрителям. А уже в 2018 году поклонников Мытищинского театра ждет встреча с героями комедии «Зигзаг удачи», известной по одноименному фильму. А в мае следующего года фест отпразднует 30-летие со дня основания театра. Мы ждем мытищинцев на наших спектаклях. Мы не случайно подготовили такое количество премьер. Нам хочется, чтобы вам было интересно с театром «Фест». Юлия Федориненко, Денис Корнев. Информационная программа «День».